Наша компания Intercomtel предоставляет своим абонентам пакет аналоговых телеканалов. Для их настройки обычно достаточно подключить телевизионный кабель в телевизор и в меню выбрать автоматическую настройку или автоматический поиск. После этого можно смотреть любимые телеканалы, которые мы предоставляем. С их списком можно ознакомиться на сайте icomtel.ru. Кроме того, вас может ожидать небольшой бонус. Если телевизор поддерживает формат цифровых каналов DVB-C, в списке каналов помимо аналоговых появится и пакет цифровых, который мы предоставляем абсолютно бесплатно в виде бонуса нашим абонентам. Если ваш телевизор поддерживает данный формат, но после автоматической настройки вы не смогли их найти, ничего страшного. Вся информация для их ручной настройки есть на нашем сайте icomtel.ru. Кроме того, ее можно получить в технической поддержке по номеру 939399.